Рассекречен дизайн топового iPhone этого года. Внешность будущего гаджета, судя по утечке, мало чем отличается от флагмана прошлого года, iPhone X. В сети было опубликовано видео, в котором рассекречен дизайн топового 6,5-дюймового iPhone 2018. Презентация гаджета состоится осенью этого года. Видеорендер основан на заводских чертежах SAPR, а это говорит о довольно высоком проценте точности информации. Ролик был опубликован на YouTube страницами Smart Price. Судя по видеорендеру, гаджет будет мало чем отличаться от нынешнего флагмана iPhone X. Новинка получит более тонкие рамки, монобровь, LED-дисплей и Face ID. Также устройство оснастят светодиодной вспышкой, портом Lightning и стеклянным корпусом. Стоимость iPhone должна быть выше, нежели у iPhone X. Как известно, при выпуске он был оценен в $999 США, базовая модель. Ранее сообщалось, что в сети был рассекречен дизайн бюджетной версии iPhone с одинарной камерой. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.